23, this is Hitman 22, over. Готовность, строим. Ну, покажи, кстати, у Макса есть эти... Борзай, зачем тебе РПГ? Я же, чтобы не спиздили, взял. А, тогда ладно. Рока только, блядь. Слышно. Экипаж, коль сразу отдавай к этому, Мартину. Как я тебе говорил. Реально очень светло или уничтожить с монитором? Это прожекторы в земле. Я проверка кого? Скорпион на связи? Просто его будет клюв. Проверка. Когда вот я сижу в броне. Еще раз говорю, по правому борту снаружи, а то меня резко начинается сувать внутрь, я не могу больше вылезти. Да поедем потом. Наверх. Слышно. Там у бинтов не хватило, в Урале еще есть, в правом. И в левом от нас. Можно перемещаться прямо сейчас. Давай, скорпион, скорпион. Один бинт еще в бентеке. Из земли. Дополнительные магазины берем. Кто экипаж БНД? Я и Борзай. Я и кто? И Борзай. А я на броне. Быстрее, ну что проблема-то, чего такие долгие? Поехали бы давно. Он бросай путь. Кто мне поменяет калаш на ксюху? Канал группу ставлю. Это АЭС, проверка ДВ. Все, я пока чай попью. Смотрели? Все сели на панда. Все, поехали, давай на крышу штаб. Штаб, на связь, что там с турами, которые в БТР лежат? Говорите мне стоп, я коммуникатор не вижу. Меж ПС не открывается. Право тут, прямо, по дороге асфальт. Здесь налево, на пыль. Налево, налево. Все, дальше зону заканчивается, стоп. Ах ты ж, какие лаги тут. Нифига себе. Мы летаем. Мы, да. Левитация. Блин, классно, у командира нет уже ПС, как не ориентироваться. На связи? На связи. Открою тебе тайну, Борзай, надо сначала нажимать кнопку, а потом начинать говорить, а не наоборот. Так как первое слово у тебя теряется.
Максимус. Это самое. Нажимаю. А, Артур, пожалуйста, куда ты синие метки поставил? Канал группы? Нет, я не в этом смысле, куда ты до самой это метки отделения поставил. Мы спешиваемся. Предварительно. Ты ж не сказал, куда мы едем, где спешиваемся. Как не сказал? Не сказал. Ну ты мне тогда просто повороты говори. Вот сюда видно. Там пацан под елкой грибы нашел, что ли? Макс, как спешимся, я тебе GPS выложу, ну, в это самое снаряжение. Окей. Лео, мы колонны едем? Да. Там метка выше. Нету патрулов, я тебе сразу скажу. Отряд. Что это за отряд сидит на броне? А, ты. Ты, вот, что вы не проверяете? Ехал. Не уезжай. Я вообще ничего не вижу, блядь. Направо тут. Хоть. А у вас что, нет ВНВ? ВНВ, денег у тебя же должно быть. Что за псих? Колонии обгоняет. Скипы. Еще и гусеничный транспорт. Гусеничный, если что, преимущество имеет. Дорогой. Вот тебе. Там. Скоро я в этой не вижу, в этой ничего. Блин, не наружу. Налево. Прямо. Он поворот направо. Вот, поворот направо, сейчас направо. Выключи фары. Фары, у тебя фары горят? Нет, это не мои. Это сзади. Да сейчас рассветет. Сейчас будет резкий поворот налево. Там сзади кто-то УАЗик продал. Всё прямо.
связи? Налево за БТР. Занимаешь 346-ю при поддержке технику в охранении. Ну, человек, понял? Я... Ну, спешивание, пехота. Туда, займешь высоту прежде всего. ПС, снаряжение. Где твой ПС? А, спасибо.
Пол. Только метки вообще не понимаю, где мы. На север, да, края леса. Повернись на 35. Мне вот здесь не видно, там можно меж камней проехать? Я просто ствол не опускается. На краю останавливаемся. Если деревья повалить. Деревья ладно, главное на камень не наедь. Азимут 10, по-моему, там проехать можно. И вперед. Там, посмотрел, на севере поле наше. Кто на связи? На краю леса стоит. Так вот только один скорпион пишет. Камни осторожнее. Дельта, влево. Да. Лево тут? Да. Дальше ноль держи. А, это отель. Мы, по идее, должны двигаться спереди вас по одной дороге. Точку нашу наблюдаешь, да? Вы тогда по нашим точкам это ориентируетесь, когда мы доходим? Там Тони сказал то, что мы доходим до точки, потом вы доходите и мы вас типа ожидаем и дальше идем. Вы за нами как бы идете. В общем, точки наблюдайте и там это потихоньку за нами выдвигаетесь тогда. Я понял. Как до конца леса доедешь, все, стоп. Миномет. Но миномет нас не пробьет. Наблюдатель, блять, есть, надо спалить его. Хуй. Это просто так. Лечусь. Глубину леса давайте. Ебать по мне. Я вижу пехотинца на 320. Хер знает свой чужой. Фере есть? В черной форме, которую приносит? Вот так, тихо. Да, похоже, черный. Радио. 320. Он живой? Живой. Так, Лемкин живой? Живой. Рабитман живой? Рабитман живой. Я ж кого не слышу, Рабитман. Рабитман живой. Окей, так, а кто, Макс живой? Да. Все? Скорпион живой, да? Да. Ну там наших полно, так что я не возьмусь определять свой или чужой. Мор, ты это самое. А где? Влево. В ПНВ смотришь, нет? Да, я в ПНВ. На север. На юго-востоке. Если где-то оттуда сбежали. А, окей. Так, это метка поставила, если карты есть, смотри. Нет. Там со мной что спрашиваешь? В смысле, я ничего не спрашивал.
Мы на 40 от телевышки. Нет на тебе. Поставим. Азимут 60. С северной части где-нибудь остановись. Че, Нур? На северной части, чтоб я мог прикрывать наш. Все, тут стоп. Ну, двигай. Пока прикрываем наш. Уже светло без ПНВ. Проходим.
Давай к нам подъезжай. Только на высоту не высовывайся. Азимут 330 вперед до леса. На 35 вдоль дороги на перекрестках, ну не вдоль дороги, просто на 35 до перекрестка. Чуть-чуть. Высунься. Посмотри, это вересник, там может быть наводчик. Все, стоп, стоп, стоп. Вернулся. 35. Смотреть-то я смотрю, только здесь увеличение очень хреновое. На 35 же, да, двигаем? Да, на 35 до перекрестка. Взорвалось на уровне. 11. КамАЗы на запад проехали. Ну на 35 вижу пехотинец сидит. На северо-запад. Никого далеко их не вижу. За горой как бы. Ну это котел в 200 метрах от нас, да? 300. Да, тут метка у своих. На 70 я не вижу, не могу рассказать. Свои. Один на 70? Да, в лесу. А свои. Там спецназ в черном. На метке пехота на севере, похоже, вижу кого-то. Вот если видишь. Ну вот на 70 точно наши катаются там на машинке. На какой машинке? Непонятно. Назад, медленно. Она даже космос. Стоп. Дальше двигаемся на 10. Метр буквально вперед. Стоп, стоп. Сейчас стоп, стоп. Теперь назад также, чуть-чуть совсем. Могу клиренс повыше сделать. Да, тут просто дерево мешает немножко. Видите, отсюда выбор уже видно. Ну, я думаю, ему прилетело. И там, где я видел движение, я туда фугасом попал несколько раз. Это черный дым, это БМД наша, я смотрю по карте. Кстати, у меня статистика появилась. Что-то у нас уже, блядь, мишку сбили, да?
Не знаю, где там что. Ну вон, смотри, старый собор восточной метки. Ну, видимо, да. Мало сидел на метку, тебе поставил. Принял. Наши БТР от их них чем отличаются? Азимут 50, поехали. У них нет БТРов, вот чем отличается. БМД Нона и еще одна БМД, еще вернее две БМД. БТРов, короче, нет. Дельта, все, 1-1H на вереснике. Дальше двигаемся на вересник. На северную часть леса выезжай, стоп. В смысле, двигаемся вот на УТД, это на 20, короче, горочка. Да-да, лучше вы справа идите, там слева противник может быть. Все, тут стоп. А, лесам пойдемте. Блять, я, видимо, обогналась, потому что я подхожу к этой горке здесь. Туда миномет полетит, так что на нее заходить не стоит. Тут рады сидят. Да. Че, лево, может, немножко пониже, в лесочке здесь? Давайте поможем. Справа пониже, на это, на восточный склон, внизу. Тут довольно мало видно. Там дальность можно увеличить в два раза. Не, я просто низинки. Окей. Подтягивайся на вересник, тут БТР уже подъехал. Так, сейчас скажу, ебут. Азимут 8. Вперед. Говорил, это враг. Воздушка вражеский. Да если захватили, это свой, по идее, должен быть. Заезжаем? Тут, не, стоп, наверх не лезь. Да, давайте попробуйте, заедьте. Только на этот, на северо-вост, запад не выглядывайте, там в тур, скорее всего, будет. Вон, найдите этот. Сейчас, скажу, возьмут. Слушай, исчезла метка, лазит. У нас лучше только на отработку чего-то. Да, пока не ушел.
нам миномет, блядь, работает. Входимся на юг. На юг, да. Меня миномет ранен. Нет, этого миномета дурацкого FPS упал. На 60? Да, примерно оттуда слышал, СПГ. Ну, точно не уверен, нужно, блядь. Ар тоже съезжай. Ладно, просто куда мне подводить? Подводать надо? Нормально. Если ты медик, то надо, если нет, то не надо. Не, ёбаный пулемет. Что мне сделает? По мне, даже если прямо миномет попадет, то ничего не будет. Ох, ёбаный в рот, кого-то накрыло, короче. Ми-8, что ли, да, или? Ми-8, если есть, то дружественный. Поправочка, СПГ-40 где-то, азимут. Да я вот тоже слышу. Знаешь, мне кажется, вот на краю зоны, там высота вот, которую градом обработать просили скифы, вот мне кажется, оттуда. Кажется, откуда ты остался. Четверку вынесли, что ли? Да, уже обе вынесли. Ебать. Жека тогда всю миссию летал. Несмотря на то, что я там глюканул, вылетел и потом птичкой зашел. Кажется, наши в атаку идут. Все, теперь все ждем, когда после миномет все соберутся. Блять, вертолет пролетел, ничего не слышно было. Так, уйдем или что, не понял. Значит, очевидно было, что да, миномет отработает. Да если так долго сидеть. Ой, азимут 60, медленно. У нас ведь есть танк, да? Есть. Борзай.
Давай, давай. Кью просто зажми, доедь. Стоп пока. Дальше азимут 22. Впереди кто-то бродит. Стоп. Еще чуть-чуть. У меня ствол просто не опускается. Еще. Все, стоп. Точнее, нас уже почти меток на своих нету. Чего еще раз? У вас точнее нас уже нету и меток на своих. Да-да, смотрите на восток. Камень, кажись. Слева его бьет 250. А 160? Ну там ничего не говорят. Слева его. Не знаю, танк на 160 стреляет с пулемета. Ну что, не надо там на врага. Кому я говорил на юг смотреть? Смотреть на юг. И на горочку вот сюда вот, 270. Нет. Да, на юге кипишь. 290. На юг там. Да, там СПМ. Мар, смотри тоже, 102, да, азимут примерно 150. Там в зеленке СПМ на высоте. Лео, подниматься на гору актуально? Стоп. Да, подожди. Где ты можешь подняться, потому что видишь тогда чуть. Меня за холмиком не видно. Я понял, где я примерно. Не, у меня за холмом, я их не могу увидеть. Нас что-то сожгли. Пехота там, держите этих СПН, а я лучше город поподавляю. Да, давай тогда, Маур, выезжай на гору, этот тебе танк надо снести, метка на него стоит. Остальные смотрим на юго-восток, на гору. Блять, миномет топит по вересне. Азимут 325, вперед. О, тут ОКС, кстати. Все, стоп.
Ну, ты видишь я кого-то? Пока лагаю, вроде бы не мешать. Противник не, просто форт за деревом. Противник за деревом просто 40. Вроде как. Своих метки нет. Есть? Метки есть, своих 315, нет. Медленно. 140. Стоп! Стоп, все, стоп. Макс, тоже давай смотри, у тебя оптика, ты лучше должен видеть. Да. Я вижу в городе БМД, она вражеская? Ну, видимо, да. Своих БМД нет. Ну, я ее поразил. День, заезжай. Опа, она стреляет. Стреляет, ну, как она может стрелять? У нас где-то на 2 часа. Это часы вертолет. Так, на зиму 315 медленно. Метр два просто. Проедь. Слышишь? 315 вперед, медленно. Борзай. Я еду, ёпт. А, значит лаги. Сервер, конечно, грохнулся. Или я вылетел. Мавр, слышишь меня? Да, нет. Я слышу тебя, борзай, но похоже сервер упал. Тут бета завис, блядь, на месте. А эта штуковина, которую я стрелял, загорелась. Вот похоже там, где метка танк, я там что-то сжег. Очень похоже на это, на БМД с пушкой. Это нода, наверное. Ну, видимо, вот это нона и есть. Их вроде танка-то нету. Ну да. Лео, ты меня слышишь? Да. Тут вертолет вверх ногами с включенными лопастями на городе лежит. По-моему, сервер тютю. Не-не-не, еще то самое, у меня желтенькое горит. А это не имеет значения, горит, не горит, борзой. Вертолет, лежащий вверх ногами с включенными лопастями, это явно упавший. В общем, совет ждем пару минут, и если нет, то надо решать, рубить ли. Ну, в смысле, решать админу. Стрелялись домами по триггеру. Ну, я когда смотрел на город, там пипец лагало. Все висит. Я слышу. У кого-то может отвисло? Вообще я висю в таком месте, что возможно я уже мертв. Метки ставят, метки обновляются. Интересная хуйня. Мавр, переводи пушкой. Вот я двигаю пушкой. Видно? Не, не видно.
О, красненькая. О, еще пуск. Кажись, о, сдвинулся. А, живой? Кто-то ебанул, да. Блядь. О, отлично, отлично. Пар, если живой, заезжай вообще. Тут что-то стрельба как пишут. Бен мог добежать за это время. ГЗП, это что за техника? Бэттер? Мавр, так, крутишь башню или нет? Там я карту смотрел, сейчас скручу. А, все, отвисло, отвисло. Опа. По 30. Мавр, помоги нам, на 130 от нас. Далеко? Налево смешается. Вход попытаюсь пройти. Где орудие разворачивается? Лео, если чё, я на востоке. И смотри на восток. У тебя 145. Высота. Ах, ты тут бетер. Ко мне приехал. Высоту я вижу, но никого там не вижу. Там говорят, что вокруг это... Давай назад закатимся. Круг танка скифов бегает, СПН. Смотрите, где там танк. Видите кто-нибудь? Мало, давай назад, закатим. Назад, давай, назад. На западе что ли, или где? Где скрифов там, пусть понять. Все, стоп, стоп, стоп. Слышь, блин, что-то у нас. Где-то на 170. Да, да. 190. Противник на 220 от нас. 300 метров. И там это вдоль зеленки. Пара обстреляет. Давай на восток быстро. Я не могу, у меня ствол там пускать. Сейчас я передвинусь. Теперь на юг. Стоп, 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 стоп. Вперед медленно. Стоп. Двести... 260 медленно. Стоп. Что-то мало танк вот едет, да, с наклон? Да-да. Давай на запад быстро, на Е. Ровно запад и на всей скорости.
Лёва, на танке метки нету. Метки нету. На север медленно. Стоп. Теперь восток также медленно. Танк дружественный или вражеский? Да фиг его знает. Ну а ПДВ нельзя сбросить. Так мне его сжигать или как? Просто там пехов вражеских живых нету. Вражеских. Танк вражеский? Танк, подожди, я тебя спрошу, где вражеский? Так, стоп. А, там, где должна была быть вражеский СПН, никого нет живых. Возможно, в танк сели. Блин, ни маркера, ничего. А во, поставили. В танке я один. Скифовская метка. Вперед. Быстро. Пуск был. По танку, по-моему. Смотрите откуда. С востока, по-моему. Стоп. Рапион живой? Ну да, как бы. Слышишь, откуда стреляет? Не, не слышу. На юго-запад бегу, посмотрю. А, на юго-запад, с твоей стороны стреляют, говорит. Столько. Я от вересника ровно на вас. Назад медленно. Пойди сюда. Никого нет. По нам, по-моему. Да, возможно. Вообще, по-моему, пуски по нам идут. Двигайтесь, не стоите на месте. Ну, двигаемся. Лео, я от вестника на востоке, метров 350, тут никого. Я понял. Вот мне откуда с запада стреляет, по-моему? Понятно, нет, с севера или с юга, вот. Стоп. Где-то так. Робитман, юг все еще смотрите? Ну да, смотрим. Я Маур не слышу, у меня звук вырублен почти. Это синяя метка, на этот танк все еще стоит. В городе. Ну я ее не стирал. Так, на юг медленно. Стоп. 140 медленно. На тебя актуальная метка сейчас? Нет, стоп.
где она на эти актуальности? Две метки, одна на вереснике, а другая в поле. Сейчас актуально. Но я все время катаюсь. Северо-восток туда. Азимут 50. Давайте по роли плывем. Будешь очень медленно ехать, 50, а мы будем 50, за тобой держать. 50, 50. Короче, ровно 330, да? Ну да, да, в город просто бежу. Песенка. Кто там едет? Танк дружественный. Стой, 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 стой. Ты тоже вышел, что ли? Да. Это, видимо, из-за того, что Лео вышел. Нас бот выгнал. У вас едет. Что? На 210 у вас. У вас на 210. Давай задом так же. За курятником у вас едет. По-моему, откуда-то с юга был. Парни, у вас на 210. Где курятник? Вернулся. Давай, Макс, кто там следующий, перезаходи. Лео, по Мавру пуск, по-моему, с юга был. Он говорит. Мавр жив? Да. Чей юга? Нет, поставь синий, что в тылу противника. Стоп, 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 стоп. Вычер. Я не уверен, бы. У вас чей нет? Да, Урал ЗУ есть дружественный? У нас был где-то Сушка. Да-да. Был. Есть у противника Сушка в РЭС? Противника не помню. Противника тоже есть. Ну, я не могу Лео. Определить свой или чужой. Лео, разреши к Мавру, ну, приблизиться. К его позиции. Кем? Подвигаемся в триггер дальше тогда. Давай, 230 вперед. Помогает, короче, не отлагивай. Давайте бежим просто тогда. На 325. Снайпер с 300, блядь, стреляет. Фиговочек, бежим. Дымы бросить. Стоп.
Стоп, борзай, стоп. Есть грузозапасной? По танку пуск был с тыла, с юга. Маура, мне показалось, знаешь, откуда... Пеха вижу. Но определить свой или чужой не могу. Вижу на юге. Мочить? Танк, похоже, вы... Ну, вроде на юге нет меток на своих. Взял бинокль. А, мочу, меток нет. Готов. Танк, походу, блядь, по своим ебашит. Возможно, захвачен. Кажется, РПГ был. Давай вперед быстро. Куда? Два черных лендровера. Ну, не лендровера, а эти, блядь. Я в окопах, давайте в окопах. Лео, черная машина у нас есть, да? Есть, нет. Ну, захватили. По мне не стреляйте, но она захвачена. В окопах вы досидите. Стоп. На север ровно вперед. Забегаем в город, начинаем город чистить. Лео, смотри, на танк говорят, что, блядь, танк захвачен. Он рядом со мной. Чё делать? На танк красная метка стоит. Ой, си. Красная? 30 бери, 30. Синяя, говорят. Ну, на танк, блядь, поставь. Где ты видишь синюю метку на танке? А, теперь... Реден на синюю ставит. Все, давайте в городе. Какого фига ты там делаешь, что в городе должен быть? Ну... Вроде все отлично. Как лагает это что-то? Дальность уменьшить. Уже до 100 уменьшить. Ой, до 1000 уменьшить.
на дороге стоп и повернись вдоль налево. Элит. Где-то там. Стоп, стоп, стоп. Все, тут стоим пока. Отлично, все, походу мы выиграли. Вперед также 295. Наш, да? Все. Я почти в триггер заехал, мне не хватило пару метров. Ребята, это пипец, короче, я по своим стрелял. Молодец. Танк поганый. Похмел где-то завалил.